Чувашия – регион с благополучной экологической обстановкой. Здесь создаются все условия для благоприятной окружающей среды, комфортной жизни населения, нынешних и будущих поколений. В республике реализуется комплекс уникальных проектов, который обеспечит экологическую безопасность населения на многие годы. Важнейший шаг в развитии государственной экологической политики Чувашии – создание законченного цикла переработки и утилизации отходов. В Новочебоксарске на принципах государственно-частного партнерства построен и работает один из самых современных мусорных полигонов страны. В реализацию данного проекта уже сегодня инвесторам вложено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Дополнительно концессионерам будет направлено еще 0,5 миллиарда рублей на строительство второй карты складирования отходов мусороперегрузочных станций в районах республики. Мощность объекта – 200 тысяч тонн мусора в год, хранение и переработка – 80% отходов всей республики. Проект, реализованный в Чувашии на условиях государственно-частного партнерства, получает самую высокую оценку на федеральном уровне и включен в сборник рекомендаций Министерства экономического развития России по лучшим инвестиционным практикам. Вот в эксплуатацию нового полигона ТБО позволил приступить к ликвидации одной из горячих экологических точек республики – рекультивации Пихтулинской свалки. Современные высокотехнологичные производства отправят мусорные свалки далеко в прошлое, совершенствуя систему экологической безопасности региона. Инновационный комплекс обработки сточных вод и комплекс по обработке осадков – важные звенья глобальной системы переработки и утилизации отходов. Реконструкция биологических очистных сооружений в Новочебоксарске позволит в 100 раз снизить массу сточных осадков, поступающих в том числе и с мусорного полигона. Ил фильтруется, обеззараживается, сушится, преобразуется в гранулы и сжигается ежегодно до 4000 тонн осадков. Оставшаяся зола используется при производстве строительных материалов. В Волгу попадает очищенная вода. Количество сточных вод сокращается на 40 тысяч тонн в год. Кроме того, эти технологии позволяют освободить земельные площади, используемые ранее как шламонакопители. Чебоксары первыми в Поволжье прекратили сбрасывать осадок промывных вод в Волгу. Новый комплекс по обработке осадков на станции «Заовражная» позволил решить проблему утилизации отходов, которые еще совсем недавно попадали в реку. Сегодня, после фильтрации, органические смеси обезвоживаются и используются в качестве удобрений. Замкнутый цикл использования позволяет сэкономить около 6 миллионов кубических метров воды в год. Уникальной особенностью новых технологий, использующихся на биологических очистных сооружениях города Новочебоксарска на станции «Заовражная» города Чебоксары, является использование образующихся осадков как удобрения на клумбах и парках города. Чувашии понимают, благоприятная окружающая среда – это чистый воздух и вода, густые зеленые леса, заповедные территории, охраны и воспроизведение которых были и будут основой политики экологической безопасности региона. Не случайно республика удерживает позицию региона-лидера в экологическом рейтинге субъектов России. По результатам рейтинга за 2016 год Чувашия находится на 6-м месте.